И снова всем привет, ребята, очередная посылочка из Китая от компании Infinix. Честно скажу, что ждал их, ну что по полной, единственное, что знаете, ну что жалко, я купил его за 190 долларов и за компанию, ну что попался еще и с таможней. Но, ну что в теории, у нас здесь, ну что классный и процессор, у нас и камеры, у нас, ну что, экранчики 90 Гц, и оперативки, и по памяти, ну что их много, и здоровеннейший экран. Потому что в теории все круто, но вот единственное, что стоимость, вот я говорю, что, знаете, купил, цена вкусается за компанию, еще из таможни попался, то здесь уже печалька. Но в чем прикол, что в Китае, ну что, вот с премьерой я и купил, и писали, что мне в комплектацию будет, ну что, телефону идти еще и уши. А знаете, вот я вам скажу, что, ну что, классные уши купить, то тоже, ну что, стоит денег. Я, знаете, акцентировать на их пока, ну, что, не буду. Я думаю, что, ну, что учитывая их стоимость, то, ну, что, в теории все круто будет. Испытаем чуть, ну, что, попозже. И самое, что главное, меня интересует, ну, что, телефончик. Упаковка, ну, что, вполне симпатичная. Я так думаю, что кто-то слышал, что в компании, вот, ну, что, в Китае не сильно активны. Это в компании чисто для Индии. Клепают, ну, телефоны, и по качеству там все вполне окей. Здесь указано, что экранчик из 90 герцами, и камеры у нас вообще вот именно по камерам, ну, что здесь же пушка. Но я думаю, что все в курсе, что сталкивались, ну, что с моментами, где, знаете, из-за кривого ПО в конечном итоге, ну, что все, ну, что портилось. Но изначально, ну, что первое впечатление, и глянем, то к чему, ну что, куда и как. Ну что, скажу честно, это будет, ну что, первое впечатление. Я, ну что, по плану вот не буду там всякие, что и тесты рассказывать, и все полностью, вот чтобы вы увидели, что акцентирует по экранчику, что по процессору, по камере у нас есть еще и QC за компанию. Кстати, знаете, симпатично сделана еще такая, что пленочка, и самое, что главное, спинка. Так, ребят. Опача, здесь, ну, спинка, я думаю, что сделана, что из пластика, я не знаю, честно, знаете, потому что вдруг там будут китайцы указывать, что стеклянная, но в любом случае, по качеству, потому что ты стукаешь, и звук, что из пластика, у нас есть, потому что 4 камеры и вспышечка, и смотрится, что в целом вполне, что все симпатично. Включение и сканер, классно сделали, вот, ребят, кнопочки громкости, но чувствуется, что телефон полностью из пластика. Что из плюсов оказался у нас и 3.5, и микрофончик есть, потому что динамик единственный. Что читал в комментарии, и в теории стереозвука, что здесь мы что-то не увидим. Что с сим-картами, ребят, чтобы глянули сразу. Но учитывая, сколько по памяти и за компанию у нас еще оказалось и симки, и карта памяти, я вам скажу, ну что круто, включаем, что первое впечатление, чтобы глянуть, что вот по экрану, ну что в целом я вам скажу, что знаете, что первое впечатление и дизайн, что вполне окей, у меня вот оказалось вот такое, ну что чудовище, пока от компании Umi, вот чтобы вы их увидели, и до такой степени вот телефон, что крупный идет и здоровенький, я надеюсь, ну что вы увидите, и плюс еще так, ну что вспышку включил, естественно, и плюс у меня еще есть и снова от компании, что Umi телефон, но с экранчиком чуть-чуть, ну что, компактнее. И в любом случае он, смотрите, оказался, что компактнее и тоньше, чем вот это чудовище. Да, ребят, ну вот, ну что, знаете, все симпатично, но, ну что, в меру. Так, идем, что в комплектации идет. Скрепочку, я так думаю, что вскрывали, ну что, все увидели здесь, ну что, бумажки, что глупо акцентировать. Ой, здесь что-то вкусненькое оказалось. Вот в чем плюс, что смотрите, оказалась и пленочка у нас, и стикеры. Я думаю, что все в курсе, в какую компанию пытаются скопировать. У нас есть и скачивайте еще QR. В чем плюс, что в комплектации оказался еще и чехольчик. Вот честно, знаете, ну что, таким телефоном чехла 100% вы вот не купите. И что самое главное, что вот видите, ну что, чехольчик скрывает и камеру, и бортики экрана. В
теория состукнется, то все окажется окей. В комплектации еще оказались еще и уши у нас, но честно, у меня их двое есть, то я что использовать их что не думаю. Так, по кабелю. Стандартно, я так думаю, что идет USB-C, да. Ну что, ничего вот интересного. Единственное, что вот видите, вот цвет симпатичный. Самое главное, вот здесь, ну что, питание в теории, что и здоровое будет, и крупненькое, чтобы глянули вот такой степени. Чувствуется, что, знаете, вот не из самых, ну что, дешманских. Так, ну что, указано, в 5,3 ампера и 33, что по факту. В теории что включается и заряжается все и классно, и быстро. Из комплектации интересно, вот мы честно, вот ничего вот не увидели. Есть. Я думаю, что самое что интересное, вот телефончик, чтобы мы что включили. В чем плюс? В основном вот такие вот акцентирую, что знаете, что включение и сканер, что вместе идет. Вот, есть в компании, что сглупили, что у них и сканер, и включение кнопки громкости, и в конечном итоге, что печалька. Так, извините, что вступление долгое. И что вот удивительно, что телефон из Индии, но изначально идет у нас еще и украинский. Вот, ребят, я вам скажу, что вы умнички. Так, что включаем, чтобы вот русский был. И с камерами, я надеюсь, что вы их что увидите. Вот честно, знаете, что в целом, что все смотрится вполне симпатично. Вот единственное, включая Украину. Вперед. Есть, ребят, так, что пишется, вставляйте в сим-карты, упускаем, интернет пока упускаю. Вот знаете, стабильно первое включение идет, что и долго, скажем, и нудно из-за того, что ты что включаешь. Так, что у нас есть? Сканирование в пальчика включаем сразу, да? Но вот знаете, вот честно я скажу, что экран здесь вообще, что, блин, телевизор реально. Знаете, вот ты держишь его и лопата, блин, до такой степени он крупный, что ужас, я не знаю, вот как, что использовать его. Но вот есть люди, что любят, знаете, в такие телефоны. Но вот честно, я отношусь, к таким критически. Но вот если окажется здесь еще и классная камера, то я скажу, что все круто в таком случае. Единственное, что считывает в палец, он долго. Так. Ага, у нас еще есть и сканирование от лица. Так, пропустить экран блокировки. Включаем вперед. Ну что, в теории все включилось. У нас уже и защита. У нас есть инструкция. Жмите. А что здесь еще аккумулятор снимается где-то? Но я не знаю, вот, ребят, вот я смотрю, что форма у нас целенькая идет, шторка встречаем. Ну что, в первое знакомство, извините, так что будет, знаете, ну что, вот идти, ну что, эмоции и все полностью. С подсветкой экрана здесь классно все, но по максимуму, вот честно, я бы, вот, знаете, хотелось, чтобы было, ну что, чуть-чуть все-таки, чтобы побольше, если захотели, ну что, включается и фонарик. В чем плюс, что яркий у нас идет. Что еще здесь интересно? Ну, темная тема, я считаю, что глупо. Что из замечаний, что, знаете, у телефона вот не оказалось оплаты с помощью функции NFC. И вот, знаете, оказалось бы еще и такая здесь функция. Я считаю, что пушка была бы что изначально. Так, здесь что включаем. Я смотрю, что используется ихний лаунчер идет изначально, здесь что включается и для игрушек, у нас и время есть, что установки по телефону. Захотели вчистить, что память включается в погодка. Я думаю, что включится или нет, вот мне же интересно. Но вот видите, вот изначально, что включился бы от Ленька к интернету, то было бы что поинтереснее, а получается мы что в полной тишине тикаем клавиатура. Честно, это самая дебильная клавиатура, что есть. Так, ну что, пишите интернет сразу, какой у меня. Подключаемся. Так, ну что, пишется, что мы включились. Так, ну что еще интересно из менюшки? У нас из
из упаковки оказался и Google диск есть, и YouTube, и Gmail, что все плюшки, что мы используем. Единственное, что вот оказался еще в Palm Store. Я не знаю, так думаю, что специально что для Индии вот рынок идет, но я надеюсь, ну, что все увидели, что у нас из упаковки идет и в Play Market, ну что в таком случае, ну что все будет, ну что включаться вполне окей. Да или нет? Да, ну что включается все окей. Включается и тема. У нас, ребят, идет, что здесь еще интересного? Момента. Я думаю, что вот это игрушки, знаете, что включаются так, ну что впустую. Считывание QR идет, ну что вход, я думаю, что включайтесь, ну что в систему, вот именно Infinix есть. В контакты, в калькулятор, ну что включается, ну хламы вот здесь, ну что вполне, знаете, что с запасом идет. И хотелось бы сказать, я думаю, что лучше вот стирать, ну что в теории это все стирается или нет. Да, ну что включаете и стираете, здесь уже, ну что, скажем, вполне, ну что комфортно будет. Что у нас здесь интересного? Потому что включаем информацию, у нас указано, сколько и памяти есть, оперативки, и по камерам идет, и процессор, аккумулятор 4,5, что, ну что вполне окажется, ну что всем окей. Тут, ну что, претензий вот нет. Что еще интересного? Так, ну что включение к интернету, я думаю, ну что все увидели, другие, ну что включение и к телевизору, в трансляция. У нас есть, ну что, функция считывания и флешек. Вот просто для спортивного интереса. Втыкнули. Так, ну что пишем, чтобы включить его, да? И включается, ну что все вполне окей. Ну что в теории вы сможете и включать и кино, и с флешки, и всякие, ну что и музыку, и все плюшки, что используются, есть. Звук, чтобы услышали. Вот, ребят, так, звук рингтона. Ой, блин. Честно, я скажу, что хреновый вообще динамик. Честно, вот здесь, ну что, звучание, вот именно вот низкие частоты идут и в по ушам, я не знаю, вот лично у меня вообще, ну что, в кровь из ушей. Но в чем плюс, что у нас есть, ну что, и к первой симке, и к симке 2, ну если захотели, то что, включайте звонок, вот здесь, ну что, им плюс, уже, ну что, чуть-чуть поинтереснее. И смотрите, у нас есть, ну что, технология, что DTS, в теории все круто будет. Я еще включу ютубчик, чтобы и картинку, что глянули, и что к чему. Но изначально, ну что, испытываем, что у нас есть. Так, еще включается режим чтения. Вот, ребят, вот есть же люди, кто увлекается таким. Вот знаете, вот в чем плюс, вот я скажу, что вот именно по минимуму, ну что все классно. Но вот есть чувство, что при солнце вы в читаемость экрана окажется, что печалька. Вот в чем плюс по экрану. Если захотели, ну, что включается и с 90 Гц, если захотели, что включается и 60. Вот тут им плюс. И, конечно же, включается автоматическое. Но мы, что включаем и будем использовать, естественно же, с 90 Гц. Тем более, ну, что в камере, что вот я впишу и использую. Толку от такого, я так думаю, ну что ноль. Что из памяти? Я надеюсь, ну что вы увидите. Осталось, ну что в пятерке из оперативки и 3 гигабайта ушло куда-то, я не знаю. Ну что куда, это вы прикиньте, сколько, ну, что кушает вообще система вся. Так, конфиденциальность есть. Сканер, а ну испытаем. Я прикасаюсь и включаюсь. Ничего себе. Не, вот, ребят, ну сканер тут, я вам скажу, ну что бомба просто. А давайте вот так, ну что, включим и сканирование от лица. Раз. Я пальцем включаю. Опа. Еще раз. Не, ну круто. Вот, знаете, и сканер именно вот здесь, ну что, претензий вот не имею. По скорости вообще, вот ты прикасаешься, супер. Классно. Так, ну что, спутники и с безопасностью скучно. Я так думаю, что это включается, ну что, типа по аккумулятору, сколько у нас и кушается, если захотели, включили. Экономию аккумулятора, вот есть же люди, что пользуются, ну что, и такими, что плюшками. Темы у нас, я так думаю, что здесь окажется вот скачанная.
Ну и в теории, если захотели, то скачиваются и темы, и все полностью, знаете, здесь акцентировать, я считаю, что глупо будет. Так, центр, тем более, с приложениями, тем более в тишина. Вот что меня интересует, управление движениями есть супер просто. Ты умничка, Ленька. И еще раз сделали вперед, и еще раз. А хватит, может, уже. Как его выключить, скажите мне? Так, мне пишется, что все круто. Вот я, что умничка. Ну вот единственное, я смотрю, что здесь, включаются еще всякие, плюшки, но в теории, знаете, вот стандартное, управление, если захотели, включается и три кнопочки, вот в чем плюс, вот здесь, включайте, чтобы чувствительность оказалась побольше в таком случае и комфортнее, попользоваться было. И, кстати, вот честно, знаете, чувствуется, что все-таки, 90 Гц экран, все идет, плавненько. Вот я сейчас, умею, для спортивного интереса. И просто, знаете, ты включаешь, и здесь, все вот чуточку, вот не то идет. Оно, знаете, картинка вот не такая. Но в любом случае, вот яркость экрана слабенькая. Вот смотрите, ты включаешь ее по максимуму, и в любом случае у вас, вполне симпатичная картинка. Так, цифровое благополучие. Я так думаю, что все в курсе, что это такое, если захотели, включается игровой специально. Я думаю, что для игр у нас есть всякие приколы, но лучше их все отключать, чтобы телефон в комфорте включался и срабатывал. Единственное, вот что классная штука, вот знаете, вот если ты включишь вот так, сделаешь так, тук-тук, и включился, и сработал. Вот здесь, вполне окей. Вот единственная втолковая из функции, что в конечном итоге вы использовать ее будете. Что у нас здесь еще есть? Перевод включается, это, знаете, и стандартный хлам, и здесь акцентировать я не хочу. В чем плюс, что и телефон из Индии идет, например, это ж не чистый китаец. И по факту у нас установлен и Google, и все плюшки, что вообще и существует. Тем более, что акцентировал, что из упаковки оказался еще и украинский язык, ребят. Это, я так думаю, что в перспективе они еще включатся и окажутся на Украине. В Украине, извините, я неправильно сказал. Так, включаем из видео, чтобы глянуть симпатичную картинку в какую-то. Я так думаю, что включится. В теории интернет у нас вполне терпимый. И за компанию, динамики, чтобы вы услышали. Но честно, пока, первое впечатление именно по динамикам, здесь у меня печально, не хочу лукавить, качество. Ого. Смотрите, экранчик здесь, вполне окей. Но смотрите, вот я включил его по максимуму, и, ребят, я не знаю, в чем прикол, но он темный. Просто ты умнее, включаешь до такой степени, знаете, и светлее, и ярче, или что-то, я и с настройками включил не то, но экранчик мне... кажется, что при солнце, читаемость его будет вообще печалька по полной. Вот честно, знаете, я обманывать я не хочу и рассказывать, что все круто, но пока к экрану я имею претензии в конкретнейшее. Если включил, по максимуму и гляньте. Ребят, я считаю, что, знаете, именно с максимальной яркостью здесь печалька идет. Но я не знаю, вдруг там что-то я включил, не то, из-за этого оно, знаете, и сталкиваемся с такими приколами. Так, Epidemic Sound сразу, кикер. Честно, знаете, клавиатура, кикер, что устанавливается, это вообще издевательство. А спросили у меня, а хотел бы я ее услышать. И, конечно же, включаем в динамике, чтобы вы услышали именно при видео.
опачки, и реклама. И снова... Наверное, самый уникальный, своеобразный... Черная пятница, да? Не, знаете, вот что из плюсов, что 100% вы услышите его. Но по качеству, вот пока и замечание в качестве, потому что динамика вот не ахти, яркость дисплея здесь слабенькая. Вот, ребят, извините, я не хочу вот рассказывать, что все круто. Но думаю, потому что по камере у нас тут, потому что все круто. Если захотели, потому что включается и ширик, ребят. Если захотели, потому что включается у нас, потому что двухкратный зум. Включается, вот я надеюсь, что вы увидите, потому что пункт 64, потому что пикселя, вот вдруг, потому что кто-то будет использовать, но вот я включаю, чтобы было, да, потому что лучше все-таки, наверное, 4, потому что к 3, что с настройками, так, потому что фильтры включаются, еще есть, ого, сколько всего, так, потому что по изображению, вот смотрите, здесь, потому что экономненько идет, потому что вообще по полной, потому что пусть лучше, знаете, и 16, потому что пикселями будет, но вполне окей, автофокус с управлением. Вот, знаете, иногда такая штука, ну что спасает вполне, включается и сетка, и съемка касания. Но нас интересует, что, ребята, в кинжальчик, да? Чтобы что глянуть, ну что вспышка автоматическая у нас. Автофокус, ты включаешься вообще или нет? Ого. А что здесь вот интересно по фокусному вот расстоянию? Мне же интересно. Ну что, извините, но он долго, ну что, думает конкретно. Знаете, хотелось бы вот сказать, что все классно, но пока мне не нравится. Раз, так, и 64 пикселя. Чикнули за компанию. Автофокус, ну что, снова включился, ну что, чуть думал. По качеству и информации. Я надеюсь, что у нас здесь есть информация. Вот, я надеюсь, что вы видите, а что у нас по, так, ISO... Апертура 1.9 идет, смотрите, 9216 на, считай, что 7000. Я вам скажу, что это трэш. Не, ну сближение здесь, ну что ты делаешь, и картинка, ну что вполне еще окей. А где вот что, вот я сделал изначально с 12 пикселями. Ну, вот знаете, ой, ну что 16. Вот честно, знаете, и сказать, чтобы сильно такое отличие было, ну что 16 и 64, вот, я бы вот не акцентировал. Так, ну что включается и красота, кто страшный, то, ну что включили и станете симпатичнее, у нас, ну что есть и функция портрета. Естественно же, испытаем ее по гномику, у нас вот есть, ну что испытуемый. В чем плюс, что вы, ну что изначально, вот видите, указываете... Ну что, чтобы в чуть-чуть в картинку размывало или сильно. Я вам скажу, что вот здесь, ну что, вполне окей. Ну вот единственное, где шапочка чуть справился, он, ну что, печально, но в целом вполне еще, что good. Но вот я еще испытаю. Так, ну что, в темноте, в перспективе все будет. Я пока акцентировать не хочу, ну что, в чем прикол, что у нас оказалась и функция искусственного интеллекта. Я надеюсь, что вы увидите. Я так думаю, что толку от нее абсолютный от ноль. И знаете, вот я смотрю, что по процессору автофокус, ну что включается и долго, ну что думает. Я вот, ну что думал, что круче будет, ну что в целом процессор, ну что вполне окей. Что по камере, если захотели, ну что включается стабилизация у нас и пишется из Full HD, ну что 30 FPS, а включается и 60. Вот нет. Потому что камера пишет 4K в 30 FPS, Full HD в 30 и 60, потому что всем вот для информации. Я вот для спортивного интереса, потому что включаем ну, стабилизацию, чтобы было, так знаете, вот просто для интереса. Снова всем привет, вы на канале ZX из Китая, мы испытываем телефон от компании Infinix Zero, да. Ну, я думаю, что все поняли. Кстати, автофокус, потому что включается и срабатывает чуть, потому что долговато. Есть. Стопе, ох, конечно, ну что, вступление у меня будет, ну что, долгое и нудное. Снова всем привет, вы на канале ZX из Китая, мы испытываем телефон от компании Infinix Zero, да. Ну, я думаю, что все поняли. Кстати, автофокус, потому что включается и срабатывает чуть, потому что долговато.
Не, ну вполне еще симпатичная картинка. И вот я думал, что будет чуть-чуть похуже. Так, ну что пицца MP4 тут вполне окей. В чем плюс, если захотели, то включается еще и ширик из Full HD и стабилизацией, ну, со включенной. Кто увлекается спортом, в конечном итоге окажется, что штука вот интересная, вот, ребят, но 4, ну, что окей, отказывается, ну, что включать. Так, ну, и с такой штукой я тем более, знаете, это кто-то увлекается вдруг, ну, что ТикТоком, то будет все-таки поинтереснее. И включаем, естественно же, что же у нас и селфи. В чем плюс, что у нас и стабилизация вот есть. Если захотели, у нас, ну, что включается и ширик, и я, вот я не знаю, вот вы увидите или нет, но уже в камера в конечном итоге старта же увидела, что вот лицо и, ну, что по фокусу по нем. Я думаю, ну, что в теории все окажется окей. И в чем прикол, что пишется еще 4 шикей. Вот, ребят, в целом, вот, знаете, за ту стоимость, что он стоит, вот специально я стабилизацию включу, одну секунду. И снова всем привет, ребят, вы на канале Зайки из Китая, мы испытываем телефон от компании Infinix, чтобы вы глянули, что по качеству, потому что включена стабилизация, и думаю, что и с картинкой, и освещением будет, ну что, печалька. Так, ну что, включаем и смотрим, что же у нас оказалось в конечном итоге. Снова всем привет, вы на канале Зайкиски. Не, ну знаете, я вам скажу, что еще вообще, ну что, вполне что good. Вот смотрите, если захотели, включается искусственный интеллект и 1000 пикселей. Вот если вдруг, ну, что кто-то будет использовать, ну, надо специально интереса, и я фото включаю. Раз. Два. Три. Портрет. Есть. И смотрим. Вот смотрите, вот я ж, ну, не использовал никаких функций. Но вот честно я скажу, что ухо мне испортило. Я надеюсь, ну, что вы и так, ну, что увидите из теми. Скажу, ну, честно, по портрету, ну, что печалька, по качеству, то все, ну, что вполне детализация здесь классная идет, но именно, и хотя у нас две камеры, эффективности от них вот ноль. Так, ну, что функция красивого от лица, я не знаю, ну, что вдруг окажется вот кому-то вот такая картинка симпатичная, но для меня она, ну, что не интересна. Так, и ширик, вот, ребят, ну, что включилось, знаете, я не знаю. Ну, вот вдруг, скажем, ну, что в жизни, в ситуации, ну, что будет и пригодится. В целом, ну, что первое впечатление о телефоне, ну, что все вполне окей. Единственное, что замечание, что вот яркость экрана здесь, ну, оказалась вот вообще, ну, что печалька полнейшая. Вот, ребят, я не хочу стесняться и скажу, как оно в действительности вот есть. И второе, 100% вот яркость экрана тут слабая. И все. Извините, и хотелось бы сказать, что все круто, но вот так, ну что, вот нет, я, ну, что ждал все-таки, ну что, чудо, но как мы, ну что, все увидели, что чудо вот не свершилось. Но испытаем, попользуемся, сделаем впечатление, а там уже будем думать. Всем спасибо за внимание, пока.